Приветствую всех на канале, продолжаем прохождение игры Kingdom Classic. В прошлой серии мы, значит, ковали один портал, и нам это удалось его разрушить довольно успешно. В этой серии хотелось бы... съездить налево, поклянчить денег у работяг, как обычно я это делаю. И напасть уже на второй портал. Лучники там бегают, дайте денег. Отлично, казна пополняется. У тебя тоже есть деньги, обалдеть. Сейчас проверим, что у нас слева, вот у этих работяг. Поклянчим денег, маловато, конечно. Но с каждого по чуть-чуть и получит красная луна. А у нас только ночь началась, что ли? У тебя есть деньги? У тебя нет денег. Вот здесь мое войско доблестное стоит. Правильно, забросали меня монетами. Сейчас на нас будет оказано давление, да? Нападение. Ух ты! Ух ты, что творит-то? Смотри, дайте ему по лбу. Вот. Еще разок по лбу. Давай, 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 фастом по лбу ему. Где? Почему моя это не работает? По лбу ему, хорош. И все. И пошли в контратаку. Я не понял, где контратака? Почему мне надо было два раза это все делать? А сейчас у меня побольше уже лучников, кстати. Я побегу вперед тогда. Разведаю обстановку. Здесь можем построиться. Давайте заодно поставим построиться. И начнем нашу атаку. А здесь я смогу построиться? Здесь я не могу пока что строиться. Ну и вырубать леса я не буду. Где там моя армия? Почему так долго идем? Блин, я, наверное, допустил ошибку. Скорее всего, мне кажется, что я допустил ошибку. Хотя нет, тут недалеко. Где моя доблестная армия? Алло. Армия доблестная, вы где? А, не, недалеко, успеем. До ночи должны успеть. До ночи. У нас только рассвет. И это хорошо. Давайте. Я пока пойду. Или не пойду. Мы там отобьемся или нет? У меня там будет деревянный забор дырявый. Угу. Давайте ближе подходите, лучники. Что такие? Опа. Отбиваемся. Держать строй. Держать, солдаты, строй. Отлично. Макушку снесли. Хорошо. Прям надо развалить за заход. Ну все, тут понятно, монету потерял. На тебе монетку. Все, я убегаю тогда, потому что тут у них будет контратака. А мне надо построить еще и этот забор. Опа, все, понеслась. Да, я так понял по звуку. У меня здесь вообще чистокол. Быстрее стройте, ребята. Где моя армия здесь? Сейчас отобьемся здесь, надеюсь. Из каких-то этих не будет у меня приключений. Их не так уж и много должно быть. Я не знаю, давайте посмотрим. Хотя бы каменный забор где там? Ага, уже близко, близко. У меня один рыцарь отбивается. Давайте быстрее пару монет закину. Рыцарь навряд ли отобьется. У меня здесь вообще армии нету. Собирай монеты. Давай, 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 давай. Все, готово. Ой-ой-ой, жестко, у меня здесь вообще нету армии. Этих две вообще прилетело. Жестко. Ой-ой-ой, куда ты бежишь? Беги обратно, мой дорогой. Давайте, деньги мне хоть отдайте. Вот это да. Смотрите, что делает с ним. А, нет, ничего он с ним не делает. Надо убегать. Монета. С меня уже выбивают. Блин, жестко. У меня здесь и лучников особо-то и нету. И там, получается, я потерял этот. Ой, а у меня сейчас будет... Дайте ему по тыкве разок. Ну хорошо, попадите. Блин, он такой жесткий. К нему... Все, минус один. Ёлки-палки. Вот это жестко. Вот это жестко, серьезно жестко. У меня здесь катапульта еще и нет.
И нас мало. Мне надо армию где-то взять. Блин. Тут строители строят, чинят, но... Фух, отбились кое-как, кое-как, жесть. Надо идти быстро все восстанавливать. Но мы второй портал разнесли в пух и прах, и это хорошо. С минимальными потерями. У меня тут перестановка войск идет, а справа кто у меня тогда дефит-то будет, если вы сюда бежите? Да, это жесть. Я, конечно, допустил ошибку, но кое-как мои доблестные бойцы отбились. Хорошо. Хорошо, если что, у меня тут вышки стоят специально. Для обороны. Ну, смотрите, я потерял двоих. Блин, это все дорого, дорого покупать очень. Так, ладно. С этим разобрались, нужны лучники. Нужны люди. Еще, все, нужны люди. По деньгам есть что-нибудь у вас здесь? Хотя бы одна монетка. Все, монет больше нету, надо людей больше. Причем намного. Ну и как разнесли, конечно, с потерями жестокими. Бойня была жесточайшими потерями. Прям. А тут что камни делают? А это, наверное, со старой бойни еще. Отлично, слушайте, а неплохо они деньжат-то накидывают. У тебя нету, да, еще ничего не поспело, не созрело. У тебя тоже нету. Здесь, а здесь только начинается все. Деньжат я себе понабрал. Надеюсь, мне хватит. Отлично, сейчас пойдем налево. Здесь вроде бы всех у меня хватает, но войск у меня приличное. Здесь все... Нам надо быстренько-быстренько сейчас застраивать территорию вот здесь. Вот тут. Уже вечер. Мне еще налево надо сбегать. А с этой стороны, по идее, меня же никто уже не будет трогать. Но если мы все порталы разнесли, надо добежать, посмотреть вообще, разнесли ли мы их. Или нет, да. Портал мы тут разнесли, пусть строится. Пробегусь. О, еще людишки. Раз, два. Хорошо. И здесь у нас... Здесь тоже какой-то портал, звук странный. Не знаю, наверное, тут это конечный портал. Хотя не уверен. Вот это сломать, вот это сломать. Все здесь сломаем. Здесь не можем, да? Где еще что можем сломать? Все отпилить, все поломать. Здесь можем? Нет. Все, вроде здесь все. Или нет? Вот это дерево спилить, вот это снести. Здесь ничего не могу построить. Строители бегут. Здесь тоже ничего не могу построить. Здесь так, здесь так, здесь так. Надо левой территорией заняться. И здесь мне будьте добры укрепленную стену. Все, хорошо. А, уже ночь. Вот что они не охотятся. Деньжат, 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 охотники. Как вас много. Все сюда на дэш бегут. Какие-то зачем-то в другую сторону бегут, не знаю. В общем, пока неплохо. Слева мы все разнесли, идем направо. Сейчас проверим, что у нас тут. Еще надо людишек нанять. Надо сельхозпромышленность нашу еще потрясти. Ну, катапульту везут. Молодцы, ребята. Правильно усиливаем там все. Так, есть деньжата? Есть, немножко есть. Все, это мне должно хватить. Чтобы справа людей еще нанять. Надо больше лучников. Здесь у меня тоже все стоят. Замечательно. Солдаты, солдаты, наемники у меня есть вообще? Пока не вижу, нету.
Людей не хватает. Где мне их набрать? Вот здесь только два. Раз, два. Слева тоже, но там далеко мне слишком. Раз, два. И все, и здесь портал получается, да? Где-то здесь недалеко был. А нет, здесь какие-то штукенцы. Еще одна штукенция будет. И портал после этого. Вроде как. Да, портал здесь. Портал довольно далековато. Далековато. А людишки мне нужны будут. Где мне их взять? Где мне многовато надо? Сейчас как раз назад пойдем. Да и хорош, уже надо побыстрее. Здесь я не могу себе оборонительную штуку построить. Это плохо. Так, людей здесь нету, уже ночь. Я далеко забрался довольно. И здесь тоже... А, нет, еще не ночь. Только полдень. Это в лесу темно. Да мне хватит землепашца. Мне нужны вояки. Ага, вот двое есть. Надо туда сгонять. И получается их накормить, да, монетами. Раз, два, три там. Давайте, 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 берите, берите. Кому там надо еще? Лишнее потом отдадите. Кого там надо? Все, все. Все. Налево сейчас пробегусь. Еще людишек найму. У вас я здесь все вроде собирал в прошлый раз. Так, получается, слева у меня уже мне ничего не грозит. Но насколько я понимаю, у меня там вроде бы все под контролем. Вот здесь только построить еще. Пусть землепашцы тут работают. Строители там что? Вы там деревья что ли не посносили? И сюда тоже закинем. Здесь у меня все в дефе. А где мои солдаты? Раз все у меня здесь в дефе. Ой, монету неправильно закинул. Где тут у меня были-то они? Что, поселение все исчезло? Не вижу поселения. О, сюда. На. Вроде бы все. Поселений здесь нет. Людишек тоже. Давайте вырубим тогда этот лес. Он мне не нужен. Две монеты дополнительных. Здесь тоже вырубим. Это тоже. И это. Дальше понеслась. Все, рабочие побежали. А что тут? А, нет, это мне не надо. Здесь я вроде бы все от дефа. Так, строим. Отлично, развиваем экономику для будущей войны. Здесь я вас всех накормил монетами. Так, монета. Здесь еще у меня где-то была, вот здесь. Пусть экономика будет. Экономика нужна, деньги всегда пригодятся в военном деле. Мы сейчас бежим направо. Занимаемся правой стороной. У вас... О, у вас как много денег. У тебя тоже есть немного. У тебя. И у тебя. Да у вас тут денег, я смотрю, вообще зажиточно живете. Вернул денежку. Все, казна полна. Можно ехать направо. Мне надо сейчас побольше лучников. Лучники мне нужны. Здесь у меня в порядке есть все. Здесь тоже есть все. Молотки все забрали. Молотки мне не нужны.
Мне нужны лучники. Сейчас еще один лук закупим. Здесь вроде ничего никогда и не было. Тебя. Тебя. Там еще два. Раз, два. Все. Не будем дожидаться ночи. И потом контратаковать. Все, давайте тогда на этом серию завершим. Мы сейчас вроде войска укрепили, всех собрали. И в следующей серии уже пойдем атаковать правый фланг. Что ж, а на этом данная серия подошла к концу. С вами был Лузи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!